Посевная площадь составит около 4,5 миллионов гектаров. Как отметил первый вице-губернатор Сергей Балыкин, по сравнению с прошлым годом территория увеличилась на 2%. Больше всего засеяли зерновых культур – около 3 миллионов, подсолнечника – более 800 тысяч, кормовых культур – чуть более 551 тысячи. Как сообщил Сергей Балыкин, в 2021 году уже приобрели сельскохозяйственные техники на 3,8 миллиардов рублей. Однако амортизация большинства тракторов и комбайнов составляет более 90%. Средняя нагрузка на тракторах по области составляет 324 гектара на один комбайн 664. Если сейчас 324 гектара средняя нагрузка, а мы купили более 400 тракторов, а в том году она была 327, то есть всего мы на 3 гектара уменьшились. 500 тракторов в год покупать, не 230, а 300 комбайнов покупать, потому что любая неделя, это весенние полевые работы нужно проводить максимум за 2 недели. Еще неделю не посеял, потерял влагу. То же самое осень. Все, что не убрано за 3 недели, полцентнера идет потеря за одни сутки просто. В Оренбуржье продолжает действовать субсидия на покупку удобрений и техники. На поддержку агропромышленного комплекса направят более 3 миллиардов рублей. Также министр сельского хозяйства отметил, что до сих пор остается сложная ситуация с кадрами в сельском хозяйстве. Глава региона поставил перед чиновниками задачу увеличить среднюю заработную плату аграриев до 24 тысяч рублей. Анастасия Клесова, Павел Чекмарев, городской телеканал ЮТВ.